что мне сейчас, вот, допустим, ночью, да, когда я сплю, у меня сны как такие, как таковые прекратились, да, то есть сны как картинки, они идут или как инструкции, или вот как вот сейчас я пытаюсь рассказать. То есть ничего не существует отдельно от тебя. Ту реальность, которая есть, ты создаешь ее. Реальности вне тебя не существует. Все, что ты видишь, это есть твоя реальность. Другой реальности не может быть вне тебя. Вот ночью я просыпаюсь. Утром, ночью. И у меня все время вот, вот такое вот. То есть, я не знаю, сном-то это даже назвать нельзя. То есть, она говорит, как инструкция, которая тебе идет. Не, даже не инструкция, а понимание происходящего, допустим. То есть даже инструкции ты не назовешь. Нет. Да, это как бы это. И вот, вот все время такая штука вот последнее время. Щенится. Вот утром вот так просыпаешься, и тебе вот такое вот выдается. Как видение происходящего. Вот. То есть ты на самом деле являешься производной того, что вокруг происходит. Куда твое внимание обращает взор, то и существует на данный момент. Ничего не может существовать вне твоего внимания. Абсолютно ничего не может существовать. Вся Вселенная и все видение Вселенной формируется твоим вниманием. Вот так вот. Ничего не может существовать вне твоего внимания. Ты и есть то, что создает это внимание и создает эту вселенную, вселенные. Ты создаешь массу. Да. Вот ты спишь, и вот такая вот. Вот все время, вот часто, постоянно, да блин, каждый день почти, вот такое вот заливается тебе понимание структур, понимание того, что происходит. Представляешь, твое внимание определено только лишь тем, что ты видишь и можешь увидеть. Капец. То есть, на что твой взор падает, и то, что ты видишь и осознаешь, только в этот момент
это существует. Все, на что твой взор не падает, и то, что ты не осознаешь, этого не существует. В единице, в моменте. И самое, что интересное, мы себя еще и отделяем. Мы считаем, что еще мы единички отдельные. Что мы отдельные единички. Но это не так. Мы еще и являемся стройной структурой Творца. И мы не можем быть отдельно от Него. И то, что ты видишь, то, что происходит в твоем видении, да, это и есть Творец, это и есть видение Творца. И отдельно существовать это не может. Писец, надо ж такое, да, загнуть. Да. И самое, что интересное, ты ни о чем больше не можешь, как бы, это даже не думание, то есть это даже нельзя назвать думанием, это как бы по-другому, это тебе заливается понимание. Понимание происходящего. Даже не инструкция, а просто понимание. И вот такое понимание тебе снится. И это даже не сон. Потому что то, что мы называем сон, это обычно иллюзия ума. А здесь тебе как будто расшифровка льется, которую ты где-то уже как бы увидел и не мог осознать в определенный момент. Или оно тебе, это осознание, дается в меру понимания или в меру того, что ты можешь это понять или воспроизвести. То есть только в определенный момент. Писец, что я загнул? Главное, что ты еще это и понимаешь, что ты несешь. Я понимаю, что для некоторых, да, то, что вот я сейчас сказал, это просто будут слова, которые вообще непонятны, произносимые. То есть это будет вот, то есть просто что-то произносится. Это для большинства. Но это не важно. Даже каждый NPC, вокруг него существует лишь только то, что он может воспроизвести. И весь мир не существует. Только то, что он воспроизводит в своем понимании. Жескач. Крутяк. И вот так вот каждую ночь, практически каждую ночь, ты просыпаешься и только успевай записывать, что тебе пришло. То есть у тебя как бы понимание вот это вот откладывается. Но если ты не запишешь,
оно как бы, знаешь, оно появилось, и потом не то чтобы затухает, оно как бы откладывается и становится тобой. И оно не теряется, но оно становится твоей сутью. Но если ты это не запишешь, оно немножко такое не подзабудется даже. А оно как будто внедрится в твою систему понимания. И там останется навсегда. Но воспроизвести это уже сложнее. Через какой-то период. Но не потому, что ты забыл. А потому, что это не нужно уже запоминать. Оно внедрилось в тебя, в твое понимание. И стало тобой. Стало твоим пониманием. Стало твоей структурой понимания. Жесть. Классно. Вот так вот. Можно сказать, такие вот сны я сейчас вижу. Но это не сон. Это распаковка.